Всем привет! Здрасте! Вы на канале Heartbreakers. И с вами... Андрей и Михаил. Если вам подложат свинью, сделайте из нее стейк. А мы сегодня будем делать стейк. Из чего? Из капусты. Из какой? Друзья, наш канал немножко образовательный, поэтому запоминаем. Из цветной? Браво! Еще в рецепт у нас входят помидоры, куриное филе, лук репчатый, сыр и... Мазик. Белая смесь. Ну, он может быть домашний, а может быть не домашний. Может быть сметана. Курицу ты вообще сказал? Да. Курица жмурится. Да. Чик-трак все в домике. Да. А помидоры назвал? Ну. Томаты. Mm-hmm. И они будут одни там на отбивнушке идти, а вторые мы вот так вот мелко их нарежем. Белый соус. С белым соусом. Перемешаем с белым соусом. Друзья, предлагаю тест на адекватность. Кто первый засмеется? Ладно, тест пройден. Мы начинаем. Мы начинаем. Поехали. Стейки готовы. Я громко говорю? Готовы стейки, ты громко говоришь. Они у нас из цветной капусты, которая очень хорошо для зрения. Там есть витамин КЦ, калий, магний. И помогает кальций. Мозгам. Кальций или калий. Кушайте ее в неограниченном количестве, потому что там еще сверху у нас курочка. А вот и первый комментарий. А по почерку-то видно, что пишет? Тамара, я тебя умоляю. Спокойнее. Сейчас мы все это попробуем. Да. Но оно очень вкусно выглядит. Очень-очень вкусно. Я в микрофон говорю. Микрофон говорю. Очень вкусно. Динь-динь-динь. Готовьте. Делитесь. Комментируйте. А еще лайкайте. И подписывайтесь.